Столичный регион накрыл мощный снегопад. В последний раз такая погода в Подмосковье была 50 лет назад. В то время как синоптики фиксируют новые рекорды, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Жители Люберец тоже не остались в стороне и вышли на уборку дворов. Для того, чтобы освободить люберцы из снежного плена, понадобились дополнительные силы и средства. Кроме управляющих компаний, к борьбе с обильными осадками подключились ресурсники и строительные организации. Любая помощь в такой ситуации не лишняя. На придомовых территориях с последствиями стихии справляются не только дворники, но и сами жители. Собрались, вот, созвонились. Вот мы с одного подъезда вот вышли и принимаем участие, как говорится. Надо почистить. Спецтехника не может подъехать, мало ли что там, да, там скорая не может подъехать, там, да, пожарная, не дай бог, конечно. Вот такие вот моменты, понимаете, вот за это больше всего переживаешь. А так-то ничего, проберемся. Я же говорю, мы на севере жили, так что со снегом мы на «ты». Нагрузка на коммунальщиков колоссальная. В приоритете расчистка дорог и мест общего пользования, а также подходов к остановкам и социально значимым объектам. И понятно, что с такой стихией нельзя справиться за сутки или за ночь. Есть сложности, но я думаю, что в течение тут нескольких дней мы в целом наведем порядок. Ну, а жителям я благодарен и просил бы, кто может, хотя бы выйти, очистить свой автомобиль, вокруг автомобиля. Продолжительный снегопад – весомая причина, чтобы отказаться от поездок на личном транспорте. В такую погоду стоит быть внимательнее и с парковкой. Остановка в неположенном месте может стать препятствием для уборочной техники. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.